Крупнейшее поражение в новейшей истории потерпел ФК «Севастополь» на Кубани. Матч пятого тура «Лион» второй лиги дивизиона «Б» наша команда проводила 13 августа в станице Павловская Краснодарского края. Здесь принимает соперников местный коллектив «Кубань Холдинг», который этим воскресным вечером не оставил от севастопольцев, а не в синем, камня на камне. Описывать каждый забитый мяч не имеет смысла. Достаточно сказать, что после первого тайма счет был 2-0 в пользу хозяев. Сразу после перерыва станичники забили еще дважды в течение 10 минут. И в последней 15-минутке мяч три раза успел побывать в сетке ворот севастопольцев. Итог 7-0. Теперь «Кубань Холдинг» лидирует в нашей подгруппе. А «Севастополь» ставит личный антирекорд. Меня удивила моя команда, а не соперник. Соперника, да, мы разбирали и готовились к игре. И до 30-й минуты, скажем, была равная игра, и мы где-то даже владели инициативой. Но, опять же, повторюсь, мы не имеем права разваливаться после пропущенного гола в наши ворота. Мы должны играть до конца, до последней секунды, до финального свистка. Наставник вспомнил об известной максиме, что лучше пропустить один раз 7 мячей, чем 7 раз по одному. Но также отметил, что тренерский штаб будет делать выводы и анонсировал изменения в составе. Мы не имеем права так играть. И, скажем, эта игра провальная очень сильно. Ну, мы будем разбираться, будем доукомплектовываться. Я думаю, что мы изменим. Не думаю, уверен, мы изменим эту ситуацию, которая произошла сегодня. Это хороший урок. В этой игре мы увидели свои проблемные места, что нужно делать. И по мере возможности будем это изменять. Реабилитироваться перед родными болельщиками игрокам «Севастополя» предстоит 19 августа. Дома наша команда примет дружбу из Майкопа.